Кайрат, привет. Мы с тобой давно не виделись. Привет, Жанна, привет. Расскажи, пожалуйста, почему гиалурон? У нас было как-то видео очень давно. Скажи свой результат. Ну, давай я, наверное, сперва скажу, что я очень ждал. Я давно его не принимал. Наверное, где-то пауза была около 2,5 месяца. Вот сейчас на него хорошая скидка. Вот, и я советую всем брать. Какой результат ты получил? Результат такой. В 2015 году у меня была операция на сустав тазобедренный. Вот, после операции мне нужна была длительная реабилитация. И как для восстановления моего сустава и вообще деятельности моих суставов всех, я пропил гиалурон, и мне это очень сильно помогло. Вот. Советую спортсменам и у кого есть проблемы с суставами, пропивать гиалурон. А если не только спортсмены, если просто спортом занимаешься? Тоже для профилактики заболеваний суставов, если это еще с возрастом, допустим, есть много людей, которые занимаются спортом, но уже возраст, да, там за 40, за 50, есть проблемы с суставами, пожалуйста. Ну и еще одно, это хороший внешний вид, это морщинки мелкие разглаживаются, потому что очень много людей ко мне подходят, спрашивают, почему так хорошо выглядите. Там. Вот, ребята, гиалурон, великолепные. Дождался. Я уже давно его не принимал, уже соскучился. Потому что действительно, я знаю, что это такое, и знаю, какие есть плюсы гиалурона. Я знаю, что ты еще недавно пил коллаген, да? Да. Я, в общем, все пью. Коллаген, гиалурон. Но это все помогает, это реально помогает. Это не то, что там реклама какая-то, да. Это все я сам попробовал. И это видно не только мне, но и окружающим, которые меня окружают. Так что советую. Спасибо большое, Кайрат. Спасибо. Вон водичка там. Будьте здоровы. Самое главное. Аминь, Рахмет.